Так, ребят, решил я проверить, вот нашли лед более-менее крепкий, решил проверить еще раз, как Макс будет выходить на лед. Загрузка вот такая вот, для одной ночевки, топливо в одной канистре. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас получится. Лед достаточно толстый. Ребята тут его нормально уже так потрепали. Это реально так, выскочил и выскочил. Что тут скажешь? У нас же нет смысла оклеветать вездеход. Подтряхивай чуть-чуть. Достаточно бодро выскочил. Ну, наверное, если бы я прошел обучение в категории А, я бы еще лучше выходил на лед. Хотя непременно, ребят, еще раз говорю, у меня нету цели наговорить на вездеход. Он вышел на лед. Вот с такой загрузкой вышел, ну, с дневной. Я не знаю, как с большей будет. Посмотрим уже в экспедициях где-то, в поездках, когда мы будем груженные. Он вышел на лед, мне нравится. Это видео было выпущено ради справедливости. В одном из прошлых серий на Аршинском мху мы не смогли выйти на лед толком. И я испугался, что вездеход перестал это делать. Но нет, в принципе, он выходит на лед, когда есть за что зацепиться. Но быстро изнашивающаяся шина, вот сейчас вы видите на льду, уже не позволяет мне выйти. Зацепов нету, они сточились, они круглые стали. Поэтому будьте аккуратны и не заезжайте там, где есть скользкий лед. Ищите какой-нибудь нескользкий. Кстати, шипы этому не помогают. Я позже расскажу, почему. Большое спасибо за просмотр. Мы за объективную критику, и она должна быть честной. У него не рассосались трещины, у него не пропали другие косяки, но он выходит на лед. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока!